Весенним днем я приняла свое решение. Каталида Видео представляет. Я была уроженкой Левого берега, поэтому на меня имела огромное влияние нью-йоркская сцена. Насколько я всегда была восхищена легендами сцены, например, такими как Лана Доусон. А с решением мне помогла подруга моего детства Салли. Благодаря ей я решила стать актрисой. Салли была просто восхитительной. Она пела, она танцевала, она была талантлива абсолютно во всем. Салли еще сильнее разожгла во мне мою страсть к сцене. Решение было принято. Я отправляюсь в Голливуд. Шерод Кейт. И Бет Рапси в художественном кинофильме «Долина Бикукол». Первые пару недель все было просто прекрасно. Салли сразу же познакомила меня с моим агентом, и она тот же час забронировала мне фотосессию в Париже. Я уж думала, лопну от счастья. Слушай, ну конечно отправляйся, ну ты еще спрашиваешь. Но отправляться в незнакомую страну, полная незнакомцев, мне страшно. Да и кинцо какое, сама знаешь. Солнышко, сейчас давай ты будешь браться за любую роль, которую тебе предлагают. Не нужно перебирать. Послушай тетю. Ладно, сладкая, мне пора, позвони мне с Парижа, хорошо? Хорошо, я позвоню. Пока. Также в ролях Леда Фокс, Джон Юта, Дерек Круз, Сабата Йорк, Дэмиан, Стивен Вон, Даллас Тейлор, Питер Гарретт, Тим Бардетт и Чичи Лару. Специально приглашенная звезда Глория Леонард. Ответственный за видеосъемку Брэд Остин. Музыкальное сопровождение Sonic Seduction. Исполнители песен Шерон Кейн, Крис Грин. Автор сценария, монтаж и постановка Джош Эллиот. Поет на английском языке. Ну что, что думаешь по поводу песни? Ну хорошо ведь, правда? Песня проходная. В смысле проходная? Да в прямом смысле проходная. Песня проходная, и этот мальчик тоже. Ладно, да ладно тебе, ну а Салли Фонтана, она же тебе дорогу никак не переходила. Я очень надеюсь, что этого не было, иначе ее шансы сводятся к нулю. Единственный, кто решает, кто идет на шоу Ланы Доусон, это Лана Доусон. А это, мать твою, я. Ой, не могу поверить, что мы с тобой пьем коктейли в доме Салли Фонтаны. Ой, деточка, если ты позволишь мне заняться твоими делами, ты будешь жить в подобном месте. А когда Салли приедет, когда я смогу с ней встретиться? Ой, да она звонила, сказала, что на весь день застряла где-то. В смысле убрать эту песню? Ты чё, в сосну уебался? Да это, блядь, сильнейший номер шоу! А ее песни, значит, не вырезают, да? Да ну не от меня же это все зависит.
Драная сука! Вот чё и не имётся-то? Хотя я походу знаю, она завидует! Слушай, ну не парься так сильно в конце концов. Ведь ты была рождена суперзвездой. Да ты и без шоу Ланы Доусон можешь достичь чего хочешь. Да ёб твою мать, ну так же быстрее. Ну я поняла, какая она курва. Интересно, а что будет, когда она узнает, что ты трахаешь со своим визажистом? Хотя чёрт, она ж тебя, блядь, по головке погладит. Ладно, это уже мои проблемы. Ты извилинами своими пошевели, пока еще не поздно. А то она и тебя нахрен сожрет. Ух, бедная моя жопа. Алло, она вообще нормально? Не обращайте на меня внимания. Продолжайте дальше. Что уставились? Как вы, сука, посмели засрать в бассейн вообще? А ну! Да я не знаю, как его продезинфицировать хорошо. Салли Фонтена. Даже когда шоу закончилось и сцена закрылась, все равно продолжает играть. Нихера ты что, яйца отрастил, блядь? Значит, я тебя ловлю, ты у нас от этого фонтана с какой-то шалавой, а ты мне еще возражаешь? Нихера ты баклажан. Никаких возражений, просто холодные факты. Ну иди нахуй отсюда. Но сперва убери то все гараже. Я тебе вообще-то не прислуга. Да ты вообще, бля, никто, понял? Какая же ты жалкая. А ты кусок девай, съебай отсюда. Пошел нахуй. Париж, Франция. Блин, выглядишь восхитительно. Так, ну ты точно на фильм согласна? Ну конечно я согласна. Никогда еще не была так уверена, как сейчас. Ну ладно, ну раз ты уверена, то удачи. Ой, а вот и Питер, он со мной будет сниматься. Слушай, ну вроде неплохо вышло, да? Не, ну деньжат мы точно срубим. Ой, блин, я так рада. Две недели спустя. Боже, как же я рада снова вернуться в Штаты, а тем более в такой-то шикарный дом. Да еще и со своим новым мужем. Ну ты только это там, надолго не расслабляйся, хорошо? Ну конечно, ну ладно, утром увидимся. Не бойся, парень, ночью я буду с ней очень нежен. На, ну тогда лады. На, давай, спокойной ночи. Ага, давай. Блин, ну давай скорее, долго мне еще ждать надо. Ой, ну прости, что не спешу пересрать тебе макияж. Да ты не пересрал, просто слишком светлым его сделал. А, ну да, простите, слишком светлый, угу. Так может пусть эта сука придет сама тебя накрасит? Блин, да что ты начинаешь? Ну, а, типа я не прав, да? Лучше бы эта падла тебе роль получше дала. Ой, ну тут точно соглашусь. Знаешь, а ведь так всегда. Она постоянно меня недооценивает, причем конкретно. Нелли! Нелли, ёб твою мать, где ты есть? Ничего себе, ты прям все во мне поднял. Вообще все? Конечно. Черт, как же я сама до всего этого не додумалась, да? Тут точно все, что я должна знать. Да там вообще абсолютно все. Так а ну кто не дайте мне телефон, пожалуйста, а ты давай возьми это все и убедись, что оно будет доставлено адресату, хорошо? Не забудь уточнить, от кого это. Все сделаю, мисс Доусон. Телефончик. Держите, мисс Доусон. А, спасибо. Вам позовите Сиби, это Лана. Доусон летит колотит, Лана Доусон. О, Сиби, здорово, это Лана. Я там тебе одного дебила на кастинг на фильм подогнала. Ну, короче, его слить надо. Да-да, именно его.
Да-да. Ой, кстати, а ты ко мне на шоу сегодня придешь? А вот и чудненько, там и встретимся. Опа, Джонни. Чё, как думаешь, шоу классное получится сегодня? Я думаю, как всегда, мисс Фонтана. А ты чё думаешь? Ах, кто? Я, мисс Фонтана, вы со мной разговариваете? Ну, не со стеной же, блин. Слушай, это не похож на твоих дружков. Не ссы, чувак, Салли не такая, как остальные звезды. Они не принимают ли на свой счет, я просто волнуюсь перед разговором с мисс Доусон. Позволь, я тебе кое-что расскажу про мисс Доусон, малой. В один прекрасный день я возьму эту суку за жа... Кстати, мисс Фонтана, забыл сказать, что Билли ваш огромный фанат. Это еще одна причина, почему он такой взволнованный. А вот оно чё. Это правда, Билли? Да, мам. Что ж, тогда почему бы тебе не подойти сюда и не подарить мисс Фонтане свой сладкий, страстный поцелуй? Ну давай живее. Не вижу, чтобы ты была довольна. А я и не совсем довольна. Могла бы и лучше постараться. Да не волнуйся ты, ну даже если все похерится. Я всегда смогу дать тебе работу, например, дублером для моей бабушки. Солнышко, я порежу все твои выступления. Да попизди, ты не настолько долбанутая, ты не пойдешь на это. Ой, забыла, это ж мы тебя в психушке подобрали. Это была не психушка, не надо ля-ля. Ладно, короче, ближе к делу. Слушай, у меня нет времени на всяких там алкашей типа тебя. Так что пошла нахрен, меня ждут люди посерьезнее. А, ну да, иди дальше в своем говне мешайся. Ага, да потрынди, сучара, у тебя только один талант, и вон вот здесь. А, ты парик носишь. Я, ну и отдай сюда, сука. Не, вот шо-шо, ну от этого никогда не ожидал. Дура, верни мне мой парик, ты что делаешь? Ты меня слышишь? А я мою кошечку с шампунчиком. Тебе это нравится, киска? Мяу. Сука, я убью тебя. Салли? Блин, ну что случилось? Да я не знаю. Но мне кажется, что что-то плохое с Салли случилось. Чувствую, что что-то не в порядке. Эй, мисс Фонтана. Эй, Джонни! Как ты там? Как ты, моя хорошая? Рад вас снова видеть, что вас привело назад. Только клуб закрыт. Но знаете, я еще какое-то время буду здесь, поэтому можете остаться. А какой же ты хороший мужик! Просто лучший мужик! Может, хотите чего? Нет. У меня уже есть все, что я хочу. А оперный театр. Мои же вы куколки. Мои милые куколки. Слушай, чувак, да вообще в говно. Не, ну а как ты хотел столько выжать, еще и сверху закинуться? Варту чини, жити без тебе. А я бы это самое... Чувак, бегом, скорую вызывай. А что, сдохла? Да живей давай, ёб твою мать! Держись, все хорошо будет. Мама. Мамуля. Все хорошо? Тихо, тихонечко, не трать силы. Салли. Нет. Не бросай меня, Салли.
держись, пожалуйста. О, господи. Нет. Я примчалась, как только узнала обо всем. Боже, зайка, что случилось? Да я в порядке. Я почти поправилась. Знаешь, 2 недели в этом месте творят чудеса. Надеюсь, что все так хорошо. Но поначалу было хреново. Они положили меня в эту маленькую комнатку, а эти большие уродливые медсестры, они меня посматривали, лапали. Я просила у них закурить. Да, блядь, дай ты мне сигу. Да дай ты мне эту ебаную сигу уже. Ты знаешь правила. Только в отведенное для этого время. Да и вообще. В этих стенах ты никакая не звезда. Не, ну а еще чихать я хотела на их правила. Ведь я не обязана их выполнять. Им пришлось меня приструнить. Сука, ну убрали руки от меня, твари, что вы делаете? Волки, блядь! Ёбаная мразь, я вас порву все клочья! Выпустите меня отсюда, суки! Милочка, будешь лежать, пока не научишься контролировать свои эмоции. Да как ты смеешь разговаривать со мной о контроле? Ты чертовски права, я разговариваю с тобой о контроле. Ведь здесь ты в смирительной рубашке, а не я. Реабилитация. Да в рабу я видел такую реабилитацию. Я была в 10 раз вменяемее, даже со своими таблетками и бухлом, чем за 2 недели, пока я здесь была. Это здесь здоровых людей нет. Ну я знаю, почему ты здесь. Ты не безумна, просто слишком много всего в себя вкидываешь. А, ну да, ты ж привыкла, что вокруг тебя все должно быть слишком лощеным и блестящим. Как в ебаном мультфильме. Знаешь, безумно круто это слышать от топ-1 порно-дырки всей Европы. Ну вообще-то еще и в Америке я тоже уже давно номер один. И вообще, знаешь, от меня хотя бы людей не тошнит. Я тебя поняла. Знаешь, а может ты и правда лучше. Намного лучше. Черт, ну действительно, конечно, ты лучше меня. Голливуд переживал меня и выплюнул. Не позволь ему сделать то же самое с тобой. Не будет больше ничего подобного ни с одной из нас. Я в этом не уверена. Но останавливаться я не собираюсь. Я вернусь на эту гребаную сцену. И именно я буду на ней сиять. Ладно, солнце, постарайся отдохнуть, а я, пожалуй, лучше пойду уже. До скорого. Я вернусь, как только закончу все свои дела. Слушайте, ну постоянно он пытается меня перебить, да? Номинанты на звание лучшей актрисы. Лана Доусон, я могу петь вечно. Нэнси Макнамара, агент Дон. И Салли Фонтана, апрельская невеста. И наш победитель... Салли Фонтана, апрельская невеста. Салли Фонтана, насколько я помню, была одной из добрейших, энергичных, безумно талантливых личностей, которая сбилась с пути из-за завистливых, мерзких людишек. И теперь она страдает из-за того, что она сделала. Знаете, я как лицо тоже постоянно осуждаемая, ведь я порноактрис, с уверенностью заявляю. Салли Фонтана – великая актриса. И она полностью заслуживает эту награду. А также заслуживает вашего уважения.
Молодец, девочка! Может, хотя бы это поставит на место эту старую суку. Продолжение следует в художественном фильме «Месть би-кукол». Конец.